Ты перепечатываешь. Перепечатать. Я перепечатаю. Ты перепечатаешь. Дописывать. 写完. Дописывать. Я дописываю. 我写完. Ты дописываешь. Дописать. Я допишу. Ты допишешь. Конец. 终点. Конец. В родительном падеже будет форма конца. Нет конца. Изменять. Габе. Изменять. Изменять. Я изменяю. Ты изменяешь. Хоча. Изменить. Изменить. Я изменю. Ты изменишь. Ударение е. Изменишь. Списывать. Чао. Списывать. Я списываю. О, чао. Ты списываешь. Хоча списать. Я спешу. Ты спишешь. Надписать. Надписать. Тяньшу. Я надписываю. Ты надписываешь. Хоча. Надписать. Надпишу. Я надпишу. Ты надпишешь. Помочь. Помог. Я помогу. 我帮忙. Ты поможешь. 你帮忙. Они помогут. 他们会帮忙. Пока. 还. Готовый. 准备好的. Готовый. Подписываться. 签. 签字. Подписываться. Подписываю. Я подписываю. Ты подписываешь. Хоча подписать. Или подписаться. Я подпишу. Ты подпишешь. Список. 名单. Список. В родительном падеже будет форма списка. Нет кого, чего. Списка. По крайней мере. 至少. По крайней мере. Переговоры. 谈判. Переговоры. Переговоры. Родительный падеж. Нет кого, чего. Переговоров. Переговоров. Переводчица. 翻译. Переводчица. 女翻译. Расставаться. 分开. Расставаться. Я расстаюсь. Ты расстаешься. Хоча расстаться. Я расстанусь. Ты расстанешься. Давайте повторим новые слова 32-го урока еще раз. Незаменим. Незаменимо. Незаменимо. Они незаменимы. Переписывать. Я переписываю. Ты переписываешь. Переписать. Я перепишу. Ты перепишешь. Успевать. Я успеваю. Ты успеваешь. Успеть. Я успею. Ты успеешь. Перепечатывать. Я перепечатываю. Ты перепечатываешь. Перепечатать. Перепечатаю. Ты перепечатаешь. Дописывать. Я дописываю. Ты дописываешь. Дописать. Допишу. Допишешь. Конец. Изменять. Изменяю. Изменяешь. Изменить. Изменю. Изменишь. Списывать. Я списываю. Ты списываешь. Я спешу. Ты спишешь. Что-то. Надписывать. Я надписываю. Ты надписываешь. Надписать. Надпишу. Надпишешь. Помощь. Помочь.
помогу, поможешь, помогут. Пока. Готовый. Подписывать, подписываться. Я подписываю, ты подписываешь. Подписаться. Я подпишу, ты подпишешь. Список. По крайней мере. По крайней мере. Переговоры. Переводчица. Расставаться. Я расстаюсь, ты расстаешься. Расстанусь, расстанешься. Диалог. Катя незаменима. Кве, Катя, покатайте. Иван Иванович начинает диалог. Иван Иванович, конечно. Катя, вы переписали те письма, которые я попросил вас переписать? Катя, 您已经抄完我要您抄的信了吗? Переписать. Чао, переписать. Катя отвечает. Нет еще. Я еще не успела их перепечатать. Я сейчас это сделаю. Нет еще. Хаймэйо. Нет еще. Я еще не успела их перепечатать. Уа хаймэйлайда дзи дачулай. Я сейчас это сделаю. Уа сянзай дзюцо. Не успела еще раз. Мэйлайдэджи. Иван Иванович говорит, хорошо, но не дописывайте их до конца, потому что я хочу изменить конец. Хорошо. Хаода. Но не дописывайте их до конца. Дам пуяо чауа. Дописывать до конца. Чауа. Потому что я хочу изменить конец. Инвэй уяо гайся мовэй. Я хочу изменить. 我要改一下. Тогда я спешу только первую половину. Во второй половине вы что-то еще сами написали, но я не могу разобрать. Тогда я спешу только первую половину. 那么我就打前一半. Первую половину. 前一半. Во второй половине вы что-то еще сами написали. 后一半, 您还有什么要签署的? Я не могу разобрать. 但我没办法辨认. Разобрать, 辨认. Иван Иванович, я вам помогу. А пока дайте мне папку с готовыми письмами, которые надо подписать. Кроме того, дайте мне, пожалуйста, список наших переводчиков. Завтра мне нужно будет много переводчиков, по крайней мере 8. Все это надо устроить сегодня. Я вам помогу. 我帮您. Я вам помогу. 我会帮您. А пока дайте мне папку с готовыми письмами, которые надо подписать. А пока, 现在, 请给我写好了的,需要签署了的,信的,文件夹, папку, 文件夹. Кроме того, дайте мне, пожалуйста, список наших переводчиков. 除此之外, кроме того, 请给我,我们翻译名单, список наших переводчиков, 我们翻译名单. Завтра мне нужно будет много переводчиков, по крайней мере 8. 明天我需要很多翻译, 至少8人. По крайней мере, 至少. Все это надо устроить сегодня. 这些事今天应该做好. Катя отвечает. Вот папка с письмами, подпишите их, пожалуйста. А я пока поищу список переводчиков. Что я буду делать завтра? Вот папка с письмами. 这是信件. Подпишите их, пожалуйста. 请签字.
А я пока поищу список переводчиков. 我先找一找翻译名单. Что я буду делать завтра? 明天我做什么? Что я буду делать завтра? 明天我做什么? Иван Иванович отвечает. Завтра у меня очень важные переговоры с англичанами, и вы будете мне нужны как переводчица. Завтра у меня очень важные переговоры с англичанами. 明天我和英国人有很重要的谈判. Вы мне будете нужны как переводчица. 我会需要您做翻译. Вы мне будете нужны как переводчица. 会需要您做翻译. Катя отвечает. А я надеялась, что я никому не буду нужна завтра. Завтра у меня очень важные переговоры с англичанами, и вы будете мне нужны как переводчица. 明天我和英国人有很重要的谈判. 我会需要您做翻译. Вы мне будете нужны как переводчица. 我会需要您做翻译. Катя отвечает. А я надеялась, что я никому не буду нужна завтра. Вы не можете со мной расстаться ни на один день, Иван Иванович. А я надеялась, что я никому не буду нужна завтра. 本来我希望, а я надеялась. 明天我会轻松. Я никому не буду нужна. 至于的话, 谁也不需要我, 我会很轻松. Вы не можете со мной расстаться ни на один день, Иван Иванович. 您一天也离不开我, Иван Иванович. Не сможете со мной расстаться ни на один день. 一天也离不开. Иван Иванович отвечает. Нет, Катя, не могу, вы незаменимы. Нет, Катя, не могу. 是, Катя, 离不开. Вы незаменимы. 您不可代替. Вы незаменимы. Грамматика. 语法. И вписать. Вписать. 记入. 例入. Вписать в список. 把什么? 列入名单. Вписать кого-то или что-то в список. 二. Дописать. 写完. 写到. 画到. Дописать. Дописать письмо. 写完信. Дописать картину. 画完画. Дописать картину. Дописать несколько строк к письму. 往信上补写几行. 三. Описать. 描述. 开清单. 登记. Дописать. Описать. Писать. И последнее. 4. Десы. Переписать. 朝写. Переписать. Кроме этого, также есть и 5. Дю. Подписать. Подписать. 签名. 签署. Подписать. 6. Лилю. Списать. Списать. 录下. 抄录下来. Списать. 练习. 一. 翻译并回答问题. 一. Катя переписала все письма. Катя переписала все письма. Катя 是不是把所有的信
都炒完了。二 номер два. Когда она сделает это? Когда она сделает это? 她什么时候做完这个？三 номер три. Что Иван Иванович хочет изменить? Что Иван Иванович хочет изменить? Иван Иванович 想改变什么？Номер четыре. Зачем Иван Иванович хочет папку с готовыми письмами? Зачем Иван Иванович хочет папку с готовыми письмами? Иван Иванович 用写好的信的文件夹干嘛？六 номер шесть. Что она будет делать завтра? Что она будет делать завтра? 她明天会做什么？练习二，翻译句子。一 ，Я пойду гулять, когда я допишу это письмо. Я пойду гулять, когда я допишу это письмо. 写完这封信，我去玩。二 ，номер два. Этот писатель очень хорошо описывает жизнь в Ленинграде.Во время войны. Этот писатель очень хорошо описывает жизнь в Ленинграде во время войны. 这位作家非常好地描述了战争时代在列宁格勒的生活。三 номер три. Опишите, что вы видите в этой комнате. Опишите, что вы видите в этой комнате.请描述一下你在屋子里看到了什么。四 номер четыре. Не подписывайте этого письма, мне надо переписать его. Не подписывайте этого письма, мне надо переписать его. 这封信请不要签字，我还需要重写。第五 номер пять. Попросите его устроить это. Попросите его устроить это. 请他处理这件事。номер шесть. 第六 Он всегда списывает русские уроки у товарища. Он всегда списывает русские уроки у товарища. 他总是抄他朋友的笔记。Номер семь. Она всегда все хорошо устраивает. Она всегда все хорошо устраивает. 她总是把一切组织得很好。Номер восемь. 第八. Мы сами построили этот дом. Мы сами построили этот дом. 我自己盖了这个房子。Урок номер 33. Новые слова. 生词. Завидовать. 羡慕. 嫉妒. Завидовать. Завидовать. Я завидую. 我羡慕. 我嫉妒. Ты завидуешь. 你羡慕. 你嫉妒. Позавидовать. Встреча. Встреча.迎接，相遇。Встреча. Заместитель. Заместитель. министр. Министр. Сюда. 这里。Сюда. Официальный. 正式。официальный, 正式的, прием, 接见, прием, американский, 美国的, американский, американский, министерство, 部, министерство, внешний, 对外, внешний,
торговля, мои, торговля, торговля. Чтобы, вела, чтобы, чтобы. Член, чэньюэн, член, член.